песенки для детей. Делать вместе, да, да, да. Мы команда суперсилы. Делать что-то вместе нам легко. Нас учитель волшебству научит. Ведь суперсила — это значит мы. Для меня ты станешь левой рукой. Бутерброд с вареньем мы сделаем с тобой. Красное облачко намажем поскорей. Можешь делать со мной, вместе будет веселей. О, это класс! Делать все вместе хорошо. Конечно, мы справимся дружно и весело. Это не сложно, ведь ты не один. Быстро раскрасим мы рисунок с тобою. Ведь для двоих это дело простое. Яркая радуга прячет облака. Вместе мы левая и правая рука. Я Консуни. Я Сэмми. С тобою сейчас начнем чудеса творить вдвоем. Вместе это суперсила. Хочешь с нами делать чудеса? Командная работа — это значит мы. Суперсила для друзей хороших. Все, что надо, сделаем вдвоем. Суперкомандой быть хотим. Делать с другом, делать вместе как один. Брось мне мяч, и я тебе его отдам. Дружная команда — это то, что нужно нам. Делать вместе, да, да, да. Это наша суперсила. Мы поступили глупо, но прошу понять. Мы всего лишь старались другу помогать. Мальчик, не сердись на нас за нашу вину. Надеюсь, ты простишь нас в этот неловкий час. Помогать беде другому вы нас учили. Мы старались быть как вы, но не получилось. Мы и правда ценим все, что взрослые делают для нас. Мы должны быть лучшими. Я надеюсь, будет так. Мы хотим сказать нам. Очень жаль. Я охранник и горжусь своей работой. Вымету все чисто, смело проходи. Я всегда поблизости помогу. Можно и цветы полить, это я могу. Разобраться с мусором без проблем. Я люблю порядок, блеск и чистоту. Я умею все на свете, посмотри. Ух ты, класс! Быстро объясню, как лучше вам пройти. Я всегда на помощь с радостью приду. Обращайтесь смело, я помогу. В вопросах безопасности я супермен. Я присмотрю за вашей детворой. С радостью готов помочь тебе в любой момент. Я горжусь работой и горжусь собой. Скажи привет, охранник. Привет, охранник. Мы с тобою вдвоем вместе мусор подберем. Нам с тобою веселей прибираться вместе. Закончили? Готово! Спасибо, мистер охранник. Нам играть читалочку весело. Ура! Сколько пломбира, Консуни? Ровно 3. Ну и 2, конечно, для тебя. Сколько пломбира вместе у нас? 3 плюс 2 получается 5. Сладкие цифры сладко считать. Будем учиться есть и играть. Ай, морозит! Нам играть в читалочку весело. 5 яблок в чашке, подожди, не считай. Вот еще 4, сколько их теперь? 3 красных яблока Сэю смог съесть. Было 9 яблок, осталось лишь 6. Вкусные цифры, вкусно считать. Нам с друзьями весело играть. Консуни, привет! Играем, друзья!
концу не приглашает. В цифры-цифры с вами поиграть. Нравится играть с друзьями, так давайте вместе с нами цифры считать. Да! Вместе мы отправимся в сказочный поход. Покидаем город наш, увидеть холм, увидеть лес. Папа и Консуни на прогулке выходной. Свежий-свежий воздух в этот ранний час. Птицы летят, приветствуя нас. Рядышком летают, песенки поют. Солнце зайдет и звезды к нам придут. Пап, это классно! Что же мы с тобой увидели в лесу? Ели и березы, травы и кусты, и цветы. Можно и животных чаще повстречать. С папой приготовим праздничный обед. Жареных сосисок мне лучше нет. А когда стемнеет, если захотим, по ночному небу мы на звездах полетим. Привет, папа! Привет, Консуни! Консуни летит вперед, вместе мы летим вперед. Что за сказочный поход, в замечательный поход мы сходили! Собирайся, ты не можешь не знать. Если мама просит, мы не можем отказать. Мы всегда готовы нашей маме помогать. Что бы нам сегодня сделать для нее? Скажем всем привет, нам нужно многое успеть. Переходим улицу на зеленый свет и узнаем у прохожих лучший путь. Вместе вспомним мы о том, что нужно нам. Апельсины, молоко, бумажные салфеточки. Я вижу апельсины, вот они. Выберем свежее мы молоко. С розовой полочки салфетки возьмем. Деньги достанем, мы кассиру дадим. Мы купили все, и значит мы молодцы. Я Консуни. Я Сэмми. Привет, я Ева. Все купили мы с тобой, а теперь пора домой. Ты тоже можешь маме помочь. Когда я вырасту, что нас с тобою ждет через год, через два, что со мною будет через много-много лет. Веселым приключениям тропинка привела. Возможно, я расследую великие дела. Давай пропустим этот шаг, я прыгаю вперед. Какие чудеса готовит новый поворот? Ну, кем я стану на этот раз? Можно быть садовником и растить еду. Чем мне быть для меня? Посмотри, быть хорошим доктором, людям помогать. Какая бы профессия тебя не увлекла, главное старание и добрые дела. В коробке отгадка, кем хочу я стать? Должна ли я ее открыть и все узнать? Привет, Сэйо! Привет, Консуни! Делать выбор буду я! Делать выбор будешь ты! Стану тем, кем захочу! Как здорово выбирать свою мечту! Защищаем. Каждый должен знать, это просто друзья. Мы водой и мылом умываемся всегда. Мыли-мыли руки мылом на ночь и с утра. Овощи и витамины любит детвора. Чистите зубы, полощите рот. Здоровые привычки помогают круглый год. А еще посмотри! Выполняем простые правила. Это нужно и для тебя. Для нас. Если ты закашлял, ладонью рот прикрой. Пользуйся только кружкою своей. Пить таблетки и сироп не забывай. Спать ложись пораньше, чтобы с утра бодро просыпаться и с друзьями играть. Привет, Сэйо! Привет, Консуни! Мы здоровые привычки будем строго соблюдать. Делай все каждый день, защитим свое здоровье! Thank you.
качелях мы взлетаем высоко. Мы качаемся то вперед, то назад. Кажется, можно облака достать. Как замечательно вместе нам играть. К концу не улыбается и песенки поет. Мы любим танцевать, наш танец гоня. Тетя и Консуни настоящие друзья. Давай, убегай, лови меня. Мы похожи, как две капельки воды. Улыбаемся весело, ярко. Даже хвостики похожие у нас. Дорогую тетю очень-очень люблю. Милая Консуни очень нравится мне. Дружно мы скатимся с горочки с тобой. Тетя и Консуни настоящие друзья. Привет, Консуни! Привет, тетя! Как было хорошо с тобой! Все было здорово! Очень было весело! Спасибо, тетя! Был замечательный день!